Доброе утро. Доброе, доброе субботнее утро. Хоть оно и пасмурное, идет небольшой дождик, но все равно сегодня покров. Пусть Божья Матерь покроет Божьим покрывалом все ваши семьи, принесет вам благополучие, удачу, а самое главное – здоровье, и всех оградит от всех бед. Я желаю вам всех самых хороших благ, всего самого доброго, всего самого наилучшего. И поскольку сегодня праздник, мы испечем немножечко пирожков. Здесь у меня сладкие булочки будут, здесь масло сливочное, мак и ванильный сахар. Сейчас все это я скручу в рулетик и сделаю обыкновенные простые деревенские булочки. Первый подносик сформировали. Простые булочки, как я вам и говорила, и с брусничкой сделала немножечко. Мне много не надо, поделюсь с внучкой. Так что поехали в духовочку. Такие смешные кулебячки у меня получились с капустой. Ну как уж есть, может еще от того, что плохо себя чувствую. Да, немножко попростыла, но ничего. Дай Бог, все будет хорошо. Сейчас и кулебячки поедут в духовочку. Ну вот, друзья, такие пирожочки у меня получились. Рыбнички, капустнички, мини-витушечки и вот такие слоеночки. Так что еще раз вас всех с праздником. Желаю вам всех благ, всего самого доброго от души. Еще раз с покровом Богородицы. Это, конечно, не холодец, как был в Питере, но все же оставайтесь с нами, Лариса и Сергей. Он варится на очень медленном огне. Вот это даже еще сильно. Я вообще поставлю на единичку, чтобы он именно не кипел, а... Где у нас единичка? Вот, единичка. А, вот. Да, но это электроплита. У кого газ, значит, просто убавляешь до минимума. И чтобы он не кипел, а тонился. Вот сейчас он сильно булькает. А чтобы бульон был свежий, вернее, чистый такой, прозрачный, мы добавляем обязательно какие-то овощи. Я вот добавила морковинку и луковинку. Лук даст, заберет все плохое из бульона, а морковка, ну, она как бы придаст вкусовые какие-то качества. Ну и плюс ко всему, вот у нас сейчас варится холодец час с небольшим, да? Сейчас еще немножко он поварится, минут 30, и я его только тогда посолю. А перед, за час до готовности, я положу специи, то есть черный горошек и лаврушечку. Вот лаврушечку я вчера не нашла, а вот лаврушечка есть. Так что все нормально. Я думаю, что у нас... Ай, вообще все как классный. И чем хороша вот такая кастрюлька, видишь, вот здесь горло, ай, бля, извините. Вот здесь такая горловиночка и там дырочки. То есть через эти дырочки выходит пар, и она позволяет кипеть, как бы там под вакуумом. И вот этот пар, он выходит через дырочки, и через кастрюлю остается чистой. То есть вот это классно. Ну еще плюс ко всему, очень радует, что мы сегодня приобрели такую кастрюльку по очень выгодной цене. Про кастрюльку ты можешь отдельно сказать. Да, ты представляешь? За 4 тысячи мне ее хотели продать. Да я, блин, 40 тысяч лет торговли отработала. Попробовали меня и обмануть. Все.